Полным ходом идет месячник по благоустройству. Предприятия и управляющие компании наводят чистоту на своих территориях. Где необходимо, ведут ремонтные работы. Так, например, после зимы приводят в порядок фонтаны, в том числе и самый крупный в городе, посвященный 40-летию Победы. Осталось покрасить трубы и обновить плитку, и можно будет запускать. Мы уже приготовили к пуску ЦСКА ВВС. Сейчас заканчиваем фонтан Самарова, около речного вокзала, параллельно с этим. Небольшие фонтаны тоже мы подводим к дате пуска. Также собран «Современник», собран «Зим». Всего на содержании предприятия находится 40 фонтанов. Самые трудоемкие работы провели еще в зимний период, поэтому дело идет быстро. Другие же компании наводят порядок в Ленинском районе. Объем немаленький – 13 тысяч метров ограждений и 446 урн. Все нужно отремонтировать и покрасить. Эту задачу выполняют 460 человек, параллельно реагируя на заявки жителей района. С людьми через Твиттер, то есть проходит обращение либо к главе района, либо к главе города. Соответственно, наша служба реагирует на это и выполняем, как граждане просят, убираем, если где-то не учли. От графика никто не отстает. Работы начались с марта и должны быть закончены к 1 мая. Пробный запуск фонтанов планируется на 18 апреля. Андрей Фазеев, Новости губернии.